На создателя сериала «Мистер Ошибка» подали в суд, требуя немедленно прекратить трансляцию проекта. Что же случилось и будет ли снят с эфира сериал Джана Эмана и Азге Гюрель? Хорошая новость для поклонников сериала «Мистер Ошибка», главные роли в котором исполняют Джан Яман и Азге Гюрель. После очень слабого старта проекта он хорошо поднялся в рейтингах, что означает интерес турецкого зрителя к сериалу. Похоже, «Мистер Ошибка» оказался вполне жизнеспособным и спокойно доживет до начала осеннего сезона, а возможно продолжится и в нем. Однако телеканал D такое положение вещей не устраивает. Как оказалось, продюсер Фарух Тургут, который владеет компанией «Голдфильм», вел переговоры с телеканалом D на создание проекта. Однако в конце концов он принял решение уйти на телеканал Fox, который и выпустил сериал. Владельцы телеканала D подали в суд на компанию Goldfilm, требуя компенсацию нанесенного ущерба и закрытия сериала. Иск был отклонен в арбитражном суде Стамбула на основании того, что письменного соглашения между сторонами не было. Однако руководство телеканала D это не остановило. Оно продолжает добиваться приостановки трансляции сериала «Мистер Ошибка» на телеканале Fox, подав новый иск. Продюсер Фарух Тургут очень удивлен подозрительной настойчивостью телеканала и указывает, что закон на его стороне. Просто так взять и снять с трансляции его детище без разбирательства по существу вопроса не получится. Но пусть продолжают свои бесплодные попытки. Не сомневаемся, что турецкий суд и на этот раз примет решение в пользу создателей сериала, однако это уже напоминает целенаправленную кампанию против проекта и его создателей. Кто стоит за этим и кому это выгодно? Мы будем следить за развитием событий. Оставайтесь с нами и не забывайте подписаться на наш канал.